День рождения у прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства отмечают профессиональный праздник. 295 лет прошло с образования прокуратуры России, а в 1922 году был назначен первый прокурор губернии и названы 7 его помощников. Ежегодно в органы прокуратуры поступает более 20 тысяч обращений граждан. Прокуроры в 2016 году поддержали обвинения в судах, защищая права потерпевших, а также обеспечить неотвратимость наказания по 6 тысячам уголовных дел. Часто прокуратуру воспринимают как карательный орган, но это не так. Эмблема ведомства – два меча и щит, как символ защиты граждан и правовой справедливости. Приоритетными направлениями надзора остаются сфера борьбы с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом. Из года в год укрепляется взаимодействие прокуратуры с коллегами из других правоохранительных органов и региональным правительством. Мы с прокуратурой на самом деле взаимодействуем достаточно успешно по большому кругу вопросов. Антикоррупционная работа у нас стабильна. Мы сейчас создаем управление по противодействию коррупции, которое будет подчинено непосредственно губернатору. И именно этим придаем особую важность этим делам. Губернатор подчеркнул, что правительство совместно с прокуратурой ведет усиленную работу в этом направлении. По его словам, система противодействия коррупции в регионе налажена, а новая структура поможет улучшить результаты и искоренить взяточничество. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.